sorry, lady. I need the house. Yeah. Класс! Да! Блин, как теперь встать-то? Помогите! Ну что, на очередной фест, жара, уже куча народу. LG, только посмотрите, кто будет. О, бля, Ольга Бузова. Ольга Бузова. Я штатив забыл, говно. Блин, как пройти-то? Блин. Осторожно, осторожно. У меня палка. Блэд. Извините. У меня тут срочное дело. Простите, простите. Дайте пройти, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Дайте пройти, пожалуйста. У меня палка, извините. Привет. Это я, да, тот самый блогер. Меня узнали. Я косплей-блогер. Так, мы заходим. Привет. Осторожно, у нас тут ограниченное поле съемки. Поэтому привет. Меня тут собираются убить за съем. Но я никого не снимаю, кроме себя, видишь? Тут играет уже музыка. И тут очень тесно и душно. Короче, мы переоделись. Я, конечно же, забыл этот медальон сраный. Но ничего, и без него хорошо. Босичком ходить вообще огонь. Ай, блин, раскалился асфальт. Блин, оно слетело. Плохо налепил. Сейчас натяну получше. Интересно, Red Bull бесплатно раздают или все же все будут жопиться? А Red Bull только платный, да? Конечно. А деньги бесплатно раздают? Нет. Блин. А чё почём? По 100 рублей. Сейчас посмотрим. Как раз для вас есть соточка. Киви, яблоко, черника. Чё? Черника. Это в лесу растет. Давайте, которая чернику, да, я её все время ем в лесу. Хорошо пошла. Я только сейчас понял то, что был включен зум на камере. Я, наверное, пипец себе снимал. Какую-нибудь ноздрю. Мы подходим к игре, называется «Яички». Очень круто. О, привет! Ай, бля, я Максима поймал! Слава монолит. Вот прям стоишь и чувствуешь, прям маслину поймал. Вот такое чувство, блин, офигенное. Такой, ай, бля! Неправильно. Ай, бля, я маслину поймал. Я стараюсь не материться. Канон должен быть, канон. Все, спасибо за маслину. Я пошел дальше. Так, это стенд по Гоголю. Итак, заходим. Ребята, фильм говно. Не смотреть никому. Я не рекомендую. Думаешь? Да. Я эксперт. Ага, вот эти ребята, я их знаю. Привет. О, ручки. Бесплатные ручки? Понял, спасибо. О, я выиграл приз! Отвали! Привет! Какие хорошие у вас дроны! А почем? Ого! Не жалеете своих покупателей! Тут какой-то сад. Я люблю сады. Привет! Как вам тут отдыхается? Нюхается травы? Не хватает одной определенной травы, которая бы была хорошо. Блин, так классно пахнет. Я бы сейчас туда упал, наверное. Будете снимать, как я падаю? Нет? Ну ладно. О, смотрите, фоткаются. А это только для девушек, да? Если, может быть, у вас есть девушка? У меня есть, но я вам ее не покажу. Какой же я все-таки дебил иногда бываю, а? Зачем мне поставили столько банкоматов и все одного банка? Между прочим, эльфов любят многие. Многие девушки, да. У меня сползли эти штуки. Ща, я очень хочу подойти же к этим пацанам. Вот этим пацанам, короче. И сказать, что у них свидание. Я боюсь, меня убьют. Блин.
Мне стрёмно, не, я туда не пойду. Я совершенно случайно тебя увидел в своей подписке, короче, на Ютубе, смотрю, что... Что-то знакомое. Да, что-то знакомое. Гога, ты что там делаешь, типа? Вот это тачки, вообще огонь, да? Приколись, кто-нибудь сюда под нее попадет вообще. А, ну в шлеме, видишь, все нормально. Волчья петля. Петля, это вообще как надо. Красава. Злодик Продакшн представляет. Голову печет, вообще пипец. Итак, это постоянная рубрика Люц. Рубрика. Рубрика Люц. Дайте рубрика для постоянной рубрики. Блять, вы капец, жарко, пиздец. Ты сними, что в гримерке делаются все потные люди. Меня запретили, смотри. А, запретили тебя в гримерке? Да там ни одного голого человека. Все одеваются. Поэтому и запретили. Слишком холодно. Все одеваются. Вот, вопрос к организаторам. Где кондиционеры? Где они? Где вот кондиционеры? Подожди, подожди, не мы решаем. А, волонтер, она бесплатно работает. Вызывайте скорую. Это была моя мечта, ребята. Она исполнилась. Все мечты исполняются на ВК-фесте. Фитнес-ящики. Да, жарко. Кайф. Так, это что такое? Велосипед. Поехали, первая скорость. Я еду на велике. Нагрузка. Давайте восьмерочку сразу. Мы же классные пацаны. Сразу восьмерочку. Настолки, настолки, настолочки. Ну что, как игра? Юху, веселитесь, ребята. Ну, весело же. Надо веселиться. Потанцевать там. Ты-ты-ты. Мы фоткаемся у пластинок. Ничего себе, чувак, ты прикольный. Можно с тобой щелкнуться? Сейчас нам продемонстрируют, как нужно выкидывать бутылки. Кидай, красавчик. Вот так и надо бутылки кидать. Не рядом где-то, а надо прямо в бак. Я боюсь представить, что в этой кабинке можно делать. Блин, я не понимаю. Реклама вот эта вот, ты сразу представляешь, что это такое и как это, куда это, что это, где это. Вот тут разные ультра и актив, и ультра софт. Фу, мерзость какая-то. Ну, туалет это туалет, а это что-то другое. Тут типа специальная кабинка, что ли? Непонятно, даже закрыто. А, нет, не буду заходить. Нет, не хочу. Если эльфу пушечка потянуть, счастье сбудется какое-нибудь. Не, не надо, ты оторвешь. Стать, короче, посередине дороги и снимать себя. И что-то говорить в камеру. И ты привлечешь массу внимания. А, давайте проголосуем. История с белкой. Как вам? Давайте там там крики, Не получилось между ног. Самый классный качественный муляж пластиковый, который я видел, поэтому пользуюсь им здоровьем. Класс, все подарили. Так, ну что, пришло время покушать. Привет. Мне, пожалуйста, по-тайски этот вок. Пока мы ждем наш вок по-тайски, пообщаемся с местными обитателями, которые здесь ели. Как вам это заведение? Блин. Ну вот, как всегда. Вок-патруль. Мы дегустируем с ребятами здесь. Они едят пиццу. О чем вы мечтали? А мы дегустируем тайский вок. Соленое, острое, ой. Ну, остренько, хорошо, вкусненько. Соуса многовато, ненавижу много соуса. Травушка, муравушка, все такое. Мы будем пробовать еще одну лапшу. О, да, о, да. Итак, Ваня, я уже посмотрел, тут мало курицы. Очень мало курицы. Какая-то сладкая. Прошлое было круче. Ну что, пойдем создавать новую семью.
есть с кем создавать. Есть. Она далеко от меня. А тут прям по-настоящему? Конечно, все по-настоящему. Ровно на сутки. Свидеть? На сутки? Да. Тогда пойду кого-нибудь найду. Давай, давай, находи себе волшебную какую-нибудь леди и... Хорошо, сейчас найдем волшебную леди. А вы волшебная леди, нет? Ну все, пошли. Ты только посмотри, до чего техника дошла. Дай-ка я обойду. Да, я обойду. Ого! В вашем лесу такого нет. В моем лесу, да. Только палки да ветки там всякие. Балдеж! Вы будете привлекать внимание. Смесь, заказывайте. Что там стоит? Контент! Контент, ребята, для вас! А сколько надо? Чем больше, тем лучше. Вчера чувак 3 минуты подержал. О, круто. У-у-у. Так, пришло время накраситься. О, а можно вас к нам? Накраситься? Да, нет, вы классные. Вы положите пока вот эту. Нет, она меня снимает, подойдите. А мы сейчас вас снимем. И я сам себя снимаю. Да нет, мы вас снимем. Я это понял, улетаем. Я не оттуда. Вот строго 18+. Ого, это интересно. Мне все интересно 18+. А что там, порнуху снимают, что ли? Да. Комната для мужчин. А, ну так все. Там сиськи показывают? Почти. Подглядываешь, да? Подглядываешь? Нет, я тут работаю. А, да ладно, подглядываешь. Да. Браво, 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 Никита, ну и Павел Кемишнёв, Флинн.